Один из самых важных элементов государственной экономической политики в нашей стране – это усиление конкуренции, которая позволяет развивать все секторы российской экономики и более уверенно смотреть в будущее. Конкуренция необходима из сферы закупок. Реализации законодательства в закупочной деятельности шла речь на представительном зональном совещании. Представители администрации муниципальных образований, контролирующих органов, руководители и специалисты по закупкам учреждений и предприятий Славянского, Красноармейского, Калининского и Темрюкского районов собрались в актовом зале Славянской администрации, чтобы получить актуальную информацию по теме их деятельности. Участников зонального совещания приветствовал глава Славянского района Роман Синеговский, который отметил, что разговор по соблюдению законодательства в организации закупок насущно необходим, и пожелал всем собравшимся плодотворной работы. С докладом выступил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Олег Тихенький. Он подробно рассказал о практике применения федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и антимонопольной работе на местах. Он подчеркнул, что есть положительная динамика в сокращении нарушений антимонопольного законодательства. Количество нарушений, если брать Краснодарский край, снизилось за последние 10 лет в 10 раз. Нарушения антимонопольного законодательства составляют незначительное число, чего нельзя сказать о территории Российской Федерации в целом. Но вместе с тем говорить о том, что у нас все хорошо, и все у нас правильно, и нарушений у нас нет, такого, конечно, нет. Докладчик отметил, что необходимы добросовестность и прозрачность при организации закупок. Нужно избегать помощи посредников, которые поддерживают интересы своих фирм в ущерб честной конкурентной борьбе. О модернизации и совершенствовании системы закупок в Краснодарском крае рассказал заместитель руководителя департамента по регулированию контрактной системы Василий Семенюк. Руководитель департамента Андрей Миланович отметил, что цифровизации госзакупок нет альтернативы. Сейчас вся страна, все тенденции связаны на переход к максимальной централизации закупок. Это касается как и самих процедур закупочных, которые сейчас уже снова будут, да, у нас в электронной форме. Это касается и работы в единой системе краевой. Подобные зональные совещания будут проведены по всей Кубани с целью недопущения нарушений в сфере закупок и разъяснения новых требований законодательства о контрактной системе. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».